Когда водитель задействует передачу заднего хода, включается камера заднего вида, которая отображает на многофункциональном дисплее все, что находится позади автомобиля. Цветные сегменты неподвижного шаблона указывают расстояние, разделяющее задний бампер и препятствие. Зеленый – препятствие на расстоянии около 150 сантиметров. Желтый – 70 сантиметров. Красный – 30 сантиметров. На дисплее также отображаются синие графические элементы, которые двигаются при изменении угла поворота рулевого колеса и показывают предполагаемый путь движения автомобиля во время маневра. Камера заднего вида также позволяет выявлять движущиеся объекты позади автомобиля. Система активируется с многофункционального дисплея. Изображение можно настраивать по своему усмотрению.